Итак, ребят, привет всем. Сегодня у нас 8-й день ноукапа. Первая игра. Играет команда ВВ против NDG. И смотрим на пики и баны. Команда ВВ банит у нас Бетрайдера, потом Тимберсова и Вивера. В ответочку у нас NDG банят Дарксира, Виспа и у нас Гиекоптера. Гиекоптера у нас банят, ребята. Пикают у нас, на фест пиком сразу же ВВ забирают АД. В ответочку два пика от NDG, они забирают Никса и Нагу Сирену. И, не раздумывая долго, у нас ВВ забирают Абадона. Сейчас время у нас идет четвертого бана от команды ВВ. Ждем его. Ждем. Вот, это лайфстиллер. Банятся не лайфстиллера. Четвертым баном боятся они против него играть. Сейчас смотрим у нас четвертый бан. Так. Четвертый бан от команды NDG. В ожидании интересного бана, что это будет. Пуджа. Бан Пуджа. Бан Пуджи. Плиз. И минута. 15 секунд резерва нового времени остается. Ребята думают, это Фантом Лансер. Бан Фантом Лансера. Странно, ребят, странно, но... Может, команды что-то знают. А может, не знают. Так, ребят, и ждем третий пик. А, вот, NDG у нас на третьем пике забирают Висаджа, и ждем третий пик от команды ВВ. Так, 15 секунд основного времени остается, и что у нас будет забирать себе команда ВВ? Она забирает алхимика, да. Неистовый Сережа будет опять показывать неистовый фарм на алхимике. Ждем в то время в ответочку, что возьмут четвертым пиком NDG у нас. Абадон, кстати, неплохой саппорт вот под Никса. Никс такой ватненький будет. Да, и сам по себе Абадон неплох. Так, 5 секунд основного времени. NDG не могут ничего пока что придумать быстренько. Так, пошло резервное у нас. И задумались, ребята, над четвертым пиком. Долго думают у нас команды. Все уже хотят увидеть игру. Голосовалочку в группу, наверное, сейчас откроют у нас. Да, вот. Оу! Антимейдж. Магину забирает у нас, ребята. Вау, Shadow Demon. Хотел увидеть? Увидел. Первый Shadow Demon на укапе от ВВ в ответочку на антимага. Ждем пятого бана у нас от команды NDG. Что же они забанят? Ну, интересный пик. У них в легкой будут Висаж, антимаг, Нага Сирена. В мид у нас пойдет Никс и в хардлейн АБХ банится от команды NDG. В хардлейн у нас еще непонятно ни у одной, ни у второй, кстати, команды. У нас только хардлейнеров досталось добрать. Так, Иммортал, я так понимаю, это капитан команды у нас NDG, или все-таки он просто сидит на пике? Пятый бан. Ребята долго думают, что же еще забанить в харду. И банят Фуриона. Фуриона против NDG банят все-таки. Боятся этого героя.
Здесь еще есть открытый клокверк. У нас Лорн Друид есть. Неплохой. Но ним нужно уметь контролить. Так, ждем. Ждем у нас хардлейнера от команды. Можно Андерксерпо. По тму можно попробовать взять. Если уметь не играть. Вир в бане. БХ тоже в бане у нас. Клокверк. Я бы взял клокверка в арочку можно. Да. Пуджа. И дабл мид. Да. О, клокверк. Да, клокверка забирает у нас NDG все-таки команда. У нас. И чем ответят в хардлайн у нас команда ВВ. ВРочка остается у нас еще. ВРочка неплоха. То есть и стоять просто. Кто? Так, ну клокверку тоже будет простенько, я думаю, откидываться ракетками. Если умеет ставить правильные коги, будет все достаточно неплохо. Ну, будем ждать переворота от команды ВВ. Видим, что они сильны. У нас еще будет много интересных матчей, таких как ВВ, например, Вая, ВВ Соди, Соди Вая. Интересного еще мы увидим. Такого мясного интересного много. Так, и 55 секунд резерва остается у нас на пятый пик. Много еще времени. На один пик, и это Магнус в то же время Насус, ребят. Так, и разбираются у нас герои. Так. Нистовый Сережа, да, на алхимике все. Как и требовалось да, знать. То есть Нистовый будет фармить. Вот, и все, разбирают быстро, кстати, команды на героев, худы выставляем, вот. Кстати, не капитан, вот это, худ не капитан, ребят. Не капитанский, это, по-моему, Дима его зовут, вот. Если я правду говорю, спасибо Диме за худ, а, хотя я сейчас проверю, ребят, быстренько мы проверим. Да, это Дима его зовут, спасибо Диме за этот худ, нужно, наверное, включить у нас значки, вот. Все-таки на нем приятнее у нас смотреть, чем играть. Худ, кстати, я узнавал, достался от покупки у нас билетика на чемпионат. Так. Вот у нас отправляет в харду, на стриплу в харду отправляет. Ребята будут здесь, вау, кстати, у Магины хороший сет, если я всегда такой хотел, но к половине я собирал даже, без шлема и одной руки у меня был. Не судьба мне было его сложить. Так, против клокверка один в один будет у нас стоять Магнус. Ребята что-то рисуют. Так, и у нас ОД забирает иллюзии, отправляет их в помощь команде. Ну и я не знаю, убить будет сложновато на начале у нас антимага. Здесь у нас стоит, кстати, нога сирена, вот ставит вард и уходит себе в легкую линию. Так, желает команде удачи. Магнус подходит. Теряют экспус одного крипа. Так, выставляем статистику добитых крипов из аденайных. Ой-ой-ой-ой-ой. Не забирает у нас крипца. Магнус, вот только первого. Так, и что здесь гоняют у нас? Напиливает немного алхимик. Алхимик на начале очень слаб, но есть неплохой сейф от Абадона и Шадоу Демона. Давайте. Набрасывает, кстати, антимагу ответочку саппорты. Чтобы он тоже не чувствовал себя приличненько.
А, смотрите, как Shadow Demon, кстати, проседает. Вот щиток уже нужно на него проюзать. Делает это у нас команда ВВ. И все равно вот веточку напиливает. У нас напиливает Магиня. Вот, разрывается щит. Щитом забирает у нас одного крипца. Так, и противостояние в миду. Ну да, без маны у нас Devour. Ну и в ответочку, кстати, без маны и Никс. Кто кого, как говорится. Вот здесь в харде, я думал, драка. Драки нету. Смотрим. Чистый фарм сейчас вот. Как он там, да? Shockwave. Я думал, Sonic Wave. Нет, Shockwave все-таки. У нас юзает Магнус. Руна инвиза у нас снизу лежит. Клакверк уже выучил ракетки. Напиливает потихоньку Магнуса с ракеток. Так, Магнус у нас перефармливает. Пока что. Вот, залетает, кстати, залетает у нас стан Висажа. Он, кстати, он живет. Ребят, как мне 40 хп он живет. Дает скилл неистового Сереженька у нас. А он отпивается баночка, его еще и подхиливают. Нага сирена одна. Если сейчас влетит стан, как же будет больно. Так, ничего не могут поделать обе команды. Висаж, кстати, проседает от крипов. Довольно так неплохо проседает, но армора у него все-таки. И нету размена. Просто файт. Безразменный. Вот у нас Девалвер берет инвиз. И отправляется опять в мид. Магина в то время у нас фармит сейчас. По фарму у нас 6-2-6-2. Оба керрик обеих команд фармят одинаково. Ну, алхимик сейчас, я думаю, перефармит вот здесь, под тавером. Немного грибцов он заберет. В отличие от антимага, который не может это сейчас сделать. Так, главное не пропустить Фест Блад. Так. Что-то там упало у нас на секции, но не важно. Так. Здесь у нас стоят просто... А, кстати, а где Shadow Demon? Shadow Demon уходит домой. У нас в то время хилится, покупает ТП, сейчас прилетит. И можно будет попробовать убить какую-то Нагу или Висаджа. Мне кажется, мне Висаджа будет легче немного убить, чем Нагу сирену. А здесь уже Клокверк, кстати, проседает у нас от Магнуса. Ну, отбрасывается у нас все-таки ракетками Клокверк. Пока что все идет скучно. Залетает у нас, кстати, стан в антимага, но он блинкаут делает. О. Второе падение на секции, я так понимаю. Веселье. И напиливает у нас потихонечку обе команды друг друга. По фарму у нас уже все-таки Магина вырывается вперед. По фарму неплохо. Магина фармит. Что уже для него большой плюс. Он вкачивается тоже быстро с БФом. При правильном фарме он вкачивается достаточно быстро. Так же, как и алхимик, работает голдау. Прилетает просто неимоверно быстро. На миде у нас просто автоатаками перебиваются ребята, потому что оба без маны. Действительно, вот так оба. И здесь коги ставятся. First Blood, кстати, в то время у нас забирают Висажа. И в ответочку у нас снизу Магнус забирает Клокверка. И 2-0 в пользу команды ВВ. Неплохо. Кто забрал у нас Висажа? Кстати, Абадон у нас забирает Висажа. Так понимаю, с Кью. Или же щита. Так, и ботл появляется у нас у Никса. У Никса уже есть 6 уровень, можно идти гангать. Гангать здесь очень легко. Shadow Demon 240 хп на данный момент, 3 уровень. Просто если Никс выбежит, один удар и... Один удар и там манаберн или подкоп, неважно. Уже Shadow Demon отъезжает. Но все зависит от ребят. Не хочет он гангать, не надо. Клокверк, кстати, в это время приходит у нас. Тоже 6 уровень. Но маны у него не столько много.
чтобы... Ну, да, если он, кстати, притянется к Shadow Demon и поставит Коги, все будет довольно неплохо. Магнусу появляются аркан тапки. Он улетает. Улетает у нас на топ. Видит, что нету клопверка. Но не хватает у него на реверс полярити, кстати. Вязает мана поушен. И выходят они кого-то искать. Но никого... А, не видят. Вот клопверка же не видели под вардом, да? А, нет. Их наоборот видят. Что они здесь все. Кстати, Девавр, вау. Коги, плохие коги у нас от клокверка, и он сам себя под тавером закрывает. Девавр еще, если сделает одну автоатаку, то убьет у нас. Нет, не убивает все-таки у нас. А, стан влетает у нас. Влетает, стан забирает, делается реверс полярити в одного. Нога юзает сеточку, счет 3-0, у нас падает клокверк. За ним, я так понимаю, сразу же падает висаж. У висажа нету шансов, просто вот накручивает стан. Он с разворота дает хоть какой-то скилл у нас. Никса тоже забирает, 5-0. Счет игры становится. Команда ВВ выходит вперед и может пушить просто у нас мид тавер. 5-0. Report my team пишет у нас игрок из команды NDG, даже я хотел быть капитан, я так понимаю. Да, отдались все-таки неистово. Как нику Сережу. И у нас летит много сирена сюда. У него только третий уровень. К шестому еще далековато. Но я думаю, они доберутся к шестому уровню. Рано или поздно. Так, у нас саппорты. А четвертые. Ну, тоже все нормально. Так, Никс у нас Deny Tower в это время. Не даем много голды команде ВВВ. Хотя у них и так голды, я так понимаю, хватает. Аккуратно играет на антимаг. Восьмая минута у него только Ring of Hells. Мало, мало, мало. Если хочет Fast Battle for U. Очень мало. Хотя бы персу уже было бы неплохо. Да и мана было бы, можно было блинкаться. Попробовать немного лес подфармить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же у нас получается все-таки нога сирена. Магнус вкатывается, он ничего не боится. Ой-ой-ой-ой, один шоквейв, наверное, и отъезжает у нас. Ой, почему такой кривой шоквейв? 150 хп, шоквейв бьет 300 урона, да. Вот Коги ставится, да, Коги ставится на Магнуса. Прилетает туда М, он дамажит, смотрите, дамажит, больно. Подкидывает нас на Насуса, Насуса, Магнуса, ребята, 5. Боже мой, карма, карма. И забирает у нас Магнуса, 5-1 счет. Правда, жаль, что не Магини у нас килл достается. Да, в это время алхимик у нас фармит. Алхимик фармит снизу. 24-6 у него, в то время как 31-5 у АЭМа. Неплохо. Shadow Demon. А, кстати, Клоквер куда-то ракету запустил, я так понимаю, в мид. Нет, вниз, все-таки вниз. И... Нет, даже крипа, наверное, заберет. А, ну, пролетел. Во! Во, где ракета была. Ракета на руну была. И в ботл сейчас у нас забирает. Хасту у нас Никс. Может провязать хасту, весь ботл, вендетта и забежать настолько быстро, что даже не успеет, наверное, и мист толком-то сказать. 5-1 все-таки счет у нас в игре. NDG немного огрызаются, но... Пока рановато это говорить. Три крипа всего оверфармит у нас антимаг, но у него нет монеточки. 500 голды имеет. Ни разу он не отдался, но есть только один ассистик. 4 минуты у него уже должно... Ну, пусть будет 6 минут, у него уже должна быть бэфочка, а у него так всего мало. Просто. Просто действительно всего очень мало. Вот нужно было блинкаться, добирать еще и катапульту. На мое мнение. И уходить назад. Кстати, здесь всех видят. Вендетти, смотрите, как быстро у нас падает. Да, забирает Shadow Demon у нас. 5-2 становится счет. Забирает у нас его нога сирена. Ребята даже не успели понять как. И Clockwork в то время от команды
NDG вот здесь снизу подпушивает ракету, нужно запускать, если хочешь подпушивать. А он туда ракету запускает. Все-таки не решается он быстро спушить. А я попытался подойти к тавру, немного дать ребятам отпору. Вот здесь 3 секунды у него будет телепорт. Понимаю, он полетит туда. Все-таки. Не хотят сдавать тавер. Здесь будет файт 5 в 5. Вот, накручивает уже алхимик у нас. Нагасирена очень далеко встает. Нагасирена, ну, нет, пристанивает себя. Все-таки пристанивает себя у нас алхимик. Но нету у Наги ульты. Сюда пошла хорошо ульта Нагасирена. Ее быстро сбривают. Но Никс еще подкапывает. Смотрите, как раздамаживает у нас. Делает реверс полярити. Идеальный реверс полярити у нас делает Магнус. Закрывает коги алхимика. Прячет у нас. Прячет Абадона. Файт нет, уже отъехал, кстати, у нас. И Клокверк. Не, Клокверк еще не отъехал. Ну, уже отъехал Висаж с антимагом. Клокверк на последних силах пытается убежать. Но баночка не дает это сделать. Все. 9-3 становится. Неплохой реверс полярити у нас был. Заюзан от Магнуса, и после этого файт пошел в сторону команды ВВ. Да, вообще нету денег у нас, вообще нету денег у АМа. Ну, просто 400 копеек, хоть бы уже ПТ собрал и в лес бы пошел, я не знаю, там фармить. Ничего не может сделать, плохо ему стоится. Очень даже плохо. Так, и смотрим на фармил. Фармилы у нас фармят. 36 на 7 у нас идет алхимик. 35 на 5 у нас идет АМ. Мидеры обеих команд 44 на 21 Devour. И Никс 14 на 7. Никс себя не реализовывает. Нужно больше гангов, ребят. Где у нас, кстати, Никс? А сейчас мы его найдем зелененький, вот. Есть Вендетта, ну... А, Реген! Реген все-таки у нас в ботле, можно завязать Реген, Вендетту, подбежать и... Ну, алхимика вряд ли сольют. С кем здесь? С Клокверком могут. С Клокверком точно могут. Задействовал Регенчик. Только нужно было раньше, наверное, Вендетту прожать. Или вот идти в топ сюда. В топе тут бы неплохо помог, и Шадоу Демона причем снял бы с прокастика. Висаж у нас пропаливает всю контору. Как ребята хотят обойти. Нету реверс полярити. А вот через одну секунду реверс полярити уже появляется у нас у Магнуса. Кстати, троем заходят. Ой, вдвоем, то есть заходят. Хотят убить неистого Сережу. Как же мажет хуком у нас. Как же у нас мажет хуком Клокверк. И неистовый Сережа пытается, наверное, забрать. Да, с удара вот делает удар. Никс, а, не успевает сделать подкоп. Алхимик забирает его, и Клокверк ничего уже ему не сделает. Он получил от Аура очень много. Неплохо отыгрывает у нас неистовый Сережа. Сейчас становится 10-3. И смотрим здесь. Здесь много народу. Четверо из команды ВВ. С инвизом у нас, кстати, Девауэр. Так, и он выходит сзади. И, наверное, Эма сразу будет закрывать. Или его видят все-таки. Вот прячет у нас одного, ультует, а куда ультует у нас, кстати, Девауэр? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, реверс полярити, и Шокуэй вам не попадает, но все же отъезжает у нас Нагасирена, отъезжает Шадоу Демон, отъезжает Висаж, 2 в 1 размен в пользу команды ВВ, 12-4 стоит счет, птичками Висаж что-то пытается надамажить, но получается так-то не очень сильно. Так, и... Где дэмэдж? Не видим мы дэмэджа пока что от команды NDG. Клокверк, кстати, в это время забирает неистого Сережку вот здесь. Не успевает он уйти. 900 копеек у Клокверка, кстати, на руках. Он сейчас барабаны может купить. Почему-то не покупает. Сколько там сейчас барабаны? А, вот, все правильно, 800 барабаны. Покупает у нас рецепт на барабаны. Уже появляются у него барабаны. 12-5 счет игры. Команда ВВ впереди. Ну, а Никс. Никс без ульты у нас. Маноберном. Пытается что-то Деваверу наделать. Ну, он получает так больно Деваверу. Но маны-то меньше у нас.
у них Сая, так как он герой Лавкачу, а не интеллект. У Дилавера само по себе больше, у него 58 плюс 19 инты, в то время как у Никса всего там 34 плюс сколько, мне интересно. Так, нету, кстати, по миду Тавера у нас. Ребята будут просто заходить дальше, пытаться, чтобы все подошли к ним. А я им в то время подфармлю, 1400 голды имеет на руках. Покупают все-таки Клеймор, он на 16 минуте все равно будет продолжать у нас собирать Battle Fury. Не знаю, стоящий ли это артефакт, но... Нет, затащить еще можно, если честно, вот так посмотреть, затащить еще можно. А может дать хороший ульт у нас и много что изменится. Но не факт, что ему дадут это сделать. Так, здесь у нас заходит вся команда, кстати. Вот, не из того сережку закрывает сколько, но в это время он убивает у нас Висажа. У нас, кстати, АМ вылетает. Юзает слип нага. Ой-ой-ой-ой-ой, АМ вылетает. Просто вылетает, его нету в файте. И, наверное, надо запаузиться. Да, ребята, все-таки паузятся. И ждем, пока возвращается АМ. В то время 13-5 становится счет. Так, можно графики пока посмотреть, пока пауза у нас. Команда ВВ, сколько там? Почти 7500 выигрывает по XP на 17 минуте и почти 10 у нас выигрывает по голде. На такой же минуте. Ой-ой-ой-ой-ой. Слава. Падает мой телефон. Так, все нормально. Ждем. Подключается от игры у нас еще Shadow Demon. Вылетают оба игрока, но с противоположных команд. А на графика мы пока еще не отъезжаем. Следующая игра, я думаю, может даже вовремя начнется, но... Но может и нет. Если сейчас NDG дадут отпор, вот, буквально заберут там 4 игрока, потеряв одного, АМ начнет дальше продолжать фармить. Причем ему нужно очень-очень быстро дофармить уже это БФ, хотя бы к 20 минуте, ну к 21 максимум. И то это уже бредятина, но если так хочет, то максимум к 21. У нас алхимик рисует план Барбаросса, который заканчивается двумя буквами ГГ. И вау, еще и вылетает клокверк наверх. Просто вылетает еще и клокверк у нас. Ё-моё. Три игрока уже лежат у нас из команды. Вот, АМ с клокверком уже вернулись. Одновременно СД у нас также остается в бане. Я говорю, в бане. В дисконнекте, извините. И мы ждем его переподключения. Кстати, можно посмотреть, в Дотане он уже или нет. Аферстим. Немного долговато подгружается. Ждем. Вот. Нет, он не сидит. А, в игре это 2, все правильно. У него есть цивилизация. У него 16 игр. Ребят, в стиме. Тоже хочу себе цивилизацию. Лафик у меня есть. Killing Floor мне не очень понравился. Вот цивилизацию я бы поиграл. Так. И что? У нас у команды ВВ есть еще один стимовский игрок. Мы так видим. Тоже не only Dota у него. До сих пор не подключается, кстати. Еще посмотрю, мне еще одна вещь стала интересна в его стим профайле. А, конечно, мы же будем вылетать. Все время инвентарь. Что у него есть интересного? Карточки с Дотана, с Лефика. А, игр у него никаких нет. Я поменялся. А так нету. Нету. Ждем переподключения. Вот он только что влетел. Игра еще на паузе. И продолжаем, наверное. Команды уже спрашивали, гол. Вот, все, гол.
Отключает паузу у нас. Вот, смотрите, как хорошо подкапывает у нас Никс, но у него же сразу влетает баночка, но он успевает заюзать карапасы. Забирает у нас еще Shadow Demon'а, размен 2 в 1. Но команда все-таки ВВ чувствует себя здесь получше за своего соперника. Вот, курица так. Курица еще даже не апнутая, вот, ребят. Дрода. А, International 2013. Нет. Дрода. Такая кура интересная. Ну, так и не несет себе клеймор Магина. У него, ему, я так понимаю, не нужно, да? Он и без него выиграет. Сон есть у Наги? Нет, нету. 120 секунд еще. Клокверк у нас вылетает, ставит Коги. Коги дамажит у нас Абадона. У Абадона сейчас будет ульт. Нет, Абадон отъезжает, за ним же сразу отъезжает Клокверк. Размен 1 в 1. Но это сейчас точно не в пользу команды NDG. Потому что все-таки им нужно переворачивать игру, а не играть вровень. У нас антимаг отходит, играет плейсейв. Можно было в лес пойти. Вот реген. Линкует у нас, что у нас есть реген. Прячет у нас, кстати, СД. Девавр. И забирает себе реген. Смотрим. Смотрим дальше за игрой. Вот. Антимаг у нас отправляется в лес, но ему так еще сложно фармить в этом лесу. У него очень мало дэмэджа. Нету Power Threads у него еще. Совсем нету. ПТ-шечки на Агилу, чтобы он махал так побыстрее. Еще все очень плохо, скажем честно. 9 уровень всего лишь, когда неистовый Сережа уже 11. Вот он накручивает, кстати, стан. Вылетает за Клокверком, влетает стан Клокверка. Ой-ой-ой-ой, вывозят у нас Клокверка, и он отдается же сразу. 16-7 становится счет в пользу команды ВВ. И антимаг пока фармит. Просто пока фармит. Будет ли он пушить тавер? Да, он видит, что никого нету из команды ВВ здесь, и они не собираются сюда спешить. И потому он пушит. Ну, будет, наверное, глиф будет все-таки от команды у нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему же он не автоатакнул своего крипа, чтобы сбить таргет? Таргет. Вот, 71 хп. Убивать тавер, 33, и последний удар от катапульты. Нет, все-таки еще не последний. Теперь точно забирают тавер, получает немного голды у нас АМ, у него 1200 на руках. Что он будет покупать? Он берет бродсворд. Еще ему остается 800 голды. 800 голды до батлфуры. 20-я минута уже, ребят. Очень долго фармит АМ у нас этот БФ. А, он направляется в мид все-таки. Отбивать героев. Ой, героев, то есть крипов. Подфармливать в это время. Так, уже немного прорисуется у него атака. Падает еще одна башня снизу. У нас от команды ВВ. Так, и у АМ 200 голды, ребят, честно. Вот мне нравится АМ как герой, но как они здесь играют, то очень все плохо. Так, и смотрите, как дамажит у нас, дамажит тавер. Вот, Магнус у нас есть реверс полярики. Залетают две птички, делается стан. У нас неистовый Сережа тоже простанивает у нас игрока. А вардо так нету. Вардо уже ж нету. Ай-яй-яй-яй-яй. И падает тавер. А им все-таки еще не решается прийти в файт. Он понимает, что от него пользы нету или что, можно даже ультануть же, все-таки мана тратится у героев. Непонятно, непонятно. Вот, заходят они, кстати, на Рошана. Вот, линкают, что они на Рошане. У нас команда NDG, может здесь будет интересный файт. Мы ждем его. Так, птички, да, залетают, нас видят. Делают птички стан, два стана у нас. Напиливают в это время у нас. Ой-ой-ой-ой, хорошие коги у нас ставит Клокверк. Кстати, его прячут, он прячется от Шоквейва, падает у нас, отъезжает просто. Никс, за ним же отъезжает Shadow Demon. Хороший ульт от Наги. Нужно забирать у нас все-таки неистового Сережа, я так понимаю, сразу же. Буквально сразу нужно его забирать. Клокверк закрывает у нас
Нистово Василий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прям в когах раздамажили у нас Клокверка. И отъезжает у нас 4 игрока от команды NDG. И ребята с разворота все-таки продолжают у нас пушить дальше. Ой, говорю, пушить, забирать Рошана. Нет, ехала у нас только Нага Сирена, которая уже дома. И все плохо складывается для команды NDG. 20 на 8. Юзает смог, ребята. Вот, забирает Аегис у нас Алхимик. У него буквально через там 10 голды будет уже БКБ. А ему нет фарма даже. Даже нет фарма. Просто. 23 минута, еще нету БФ. Во, он продает, покупает Таунпортер. И куда он полетит? А, Таунпортал скролл. Даже так. Так, здесь собираются все от команды ВВ и забирают у нас за секунду, у нас сбивает Никса. Я так понимаю, за Никсом сразу же отъедет, да, у нас отъезжает много Сирена, видит у нас Висаржа. Залетают, отвозят его назад, сейчас стан. У нас даст стан от Алхимика. Забирают еще одного птенчика. А, второго не заберут. Все, второго птенчика не заберут. Да, АМ вообще реально, ребят, ничего не может сделать. Пишут ГГ уже команда NDG, GGVP. Так, и будет ли сурендер? Направляем на трон. И да, все, сурендер, побеждаем команду ВВ с первой победой. Не расходимся, сейчас через минут 10-15 следующая игра. Следующая игра, сейчас расскажу, кто играет даже. А, нету с собой картинки. По-моему, тоже команда NDG против кого-то. Ну, сейчас вы увидите, я скажу в следующем матче. Так, перерывчик и стартуем следующую.